Nokia 5130 относится к бюджетному сегменту музыкальных телефонов. При весьма доступной стоимости он может похвастаться отличным медиаплеером, ярким молодежным дизайном и достойной как для бюджетного класса функциональностью. Корпус аппарата полностью глянцевый, что сразу привлекает к нему внимание. Но такое покрытие легко оставляет на себе отпечатки пальцев, да и царапины будут более заметны. Единственный матовый элемент – это полоса по периметру корпуса, цвет, который зависит от варианта поставки. В продаже доступны красная, серебристая и синяя разновидности 5130 Express Music. Модель выполнена в моноблочном корпусе и имеет клавиатуру классического телефонного типа. Поверхность клавиш также глянцевая, а их срабатывания четкие и легкие. Основным управляющим органом является джойстик, пользоваться которым также удобно. Полоса по периметру корпуса выполняет не только декоративную функцию. В ней собраны разъемы и дополнительные музыкальные элементы управления. На правой грани расположены клавиши регулировки громкости, а также слот для карты памяти microSD, скрытый под заглушкой. Сверху находится гнездо зарядного устройства, 3,5-мм вход на наушники и разъем microUSB, опять-таки скрытый под аккуратной заглушкой. На левой грани расположены клавиши переключения между композициями в медиаплеере, а также кнопка play-pause. Отметим, что при воспроизведении на соседней кромке напротив клавиш загораются их символы. Благодаря дополнительным органам управления использовать телефон в роли музыкального плеера на редкость удобно. Nokia 5130 Express Music базируется на платформе Symbian S40, а значит, основные функции и стиль работы с аппаратом классические, хорошо известные всем, кто хоть когда-то пользовался телефонами Nokia. Дисплей имеет диагональ 2 дюйма при разрешении 240 на 320 точек. Он способен отображать 262 тысячи цветов и характеризуется малыми углами обзора. При малейшем отклонении от прямого угла цвета начинают искажаться, вплоть до инверсии. Впрочем, тщетно ожидать высококлассного дисплея в бюджетном сегменте. Встроенная камера тут 2-мегапиксельная, без вспышки. Она способна снимать фотографии среднего качества. Также возможна и запись видео. Телефон имеет 30 мегабайт встроенной памяти и поддерживает карты памяти формата microSD. Флешка на 1 гигабайт поставляется вместе с аппаратом. Ну и самое важное, в случае с 5130 Express Music, музыку телефон воспроизводит отлично, громко и довольно качественно, даже с помощью встроенного динамика. Ну а при желании можно использовать любые 3,5-мм наушники, в которых качество звучания становится еще лучше. Есть тут и FM-радио. Nokia 5130 Express Music – это, пожалуй, один из наиболее интересных аппаратов в бюджетном классе для любителей музыки. Он предоставляет максимум возможностей и удобства в музыкальном применении, обладает ярким глянцевым дизайном, качественно изготовлен и стоит недорого. Чего еще можно желать?